Всем доброе утро. Короче, мы проснулись сегодня очень рано. Я с 8:30 не спала. Короче, собрались. И сейчас выехали, надо съездить по делам. Ну и Андрей уже поедет домой после этого. Я, короче, тоже, наверное, потом поеду домой, поубираю. Короче, что-то буду делать. Скажи всем привет. Всем привет. Ты, Кира, не здоровалась. Короче, все, я уже по делам съездила. Андрей уже поехал домой. Ему надо сходить на рентген. Короче, ему надо в больничку сходить, и мы сейчас уже с малой вот выезжаем, сейчас вот сидим в маршруточке, сейчас поедем домой. Вообще с самого утра такая жарень, солнце жарит, просто можно умереть, невозможно. Короче, фу, вообще умираю, и Кира умирает, короче. Какая-то такая скукотища, потому что я понимаю, что вот еще пару, где-то 10 дней. Нет. Это, да, 10 дней. Это таенькие. Угу, 10 дней и все. И на учебу. А то и 9 дней. Я и хочу, но вообще теперь не хочу. Все, уже просто когда приехала и Катя, и Андрей, мне уже не грустно. Мне уже не скучно, поэтому вообще уже не хочется на учебу выходить. Сейчас еще пойду на почту, заберу там посылочки. И все, все вещи мне пришли, вот сейчас я забираю последние. И надо будет как-то вот с Катей пойти и снять все-таки вот этот обзор вещей. А насчет back to school видео, то, что типа канцтовары с собой на учебу, которые я буду брать, я не знаю, я, наверное, сделаю во влоге, потому что у меня сейчас только тетради. Ручки, ну типа, мне особо в этом году ничего не надо было покупать. Я купила только тетради, ручки и заказала себе контейнер для еды и пенал на Алиэкспрессе. Поэтому я жду, пока он еще придет, они еще не дошли в Киев. Может, сейчас я заберу и как раз там будет что-то из этого. Не знаю, посмотрим. Так что вот такие вот дела. Такие вот у меня планы, но... Вот мы пойдем в ближайшие дни с Катей, снимем вот этот обзор посылок, обзор вещей. Я уже, кстати, ходила в джинсах, которые заказала один раз. Прикольно. Мне понравились джинсы, они хорошо сели, я всегда заказываю маленький размер. Ну, в общем, об этом я расскажу все в обзоре. И все, мы сейчас едем домой. Кира пьет воду, я тоже хочу пить воду. Короче, уже приехала на Булонь, я не поехала сегодня в SkyMall, потому что мне надо было приехать на Булонь. Я сейчас иду, короче, по делам в банк, надо зайти, если он еще, конечно, работает. И потом выложу влог. И все, поеду домой. Я, кстати, немного приболела вообще по непонятным причинам, вроде нигде не могла заболеть. Короче, я себя так плохо чувствую, у меня просто нос очень сильно болит, и вот здесь все болит. Умираю. Так что такие вот дела. Что-то у меня скучные влоги пошли. Этот вообще, вот я вчерашний смонтировала, он вообще там на 3 с чем-то минуты, то есть на 4 в целом. Непонятно. Этот сегодня будет скучный влог. Короче, влоги ни о чем называются. Ну ничего, вот уже пойду на учебу, и будут поинтереснее влоги. Буду снимать. И, короче, такие вот дела. И, в принципе, все. Короче, все, я уже выложила влог только что в Макдональдсе. И я иду уже, наверное, на автобус, потому что не хочется ехать на последнем. Плюс, короче, хочется пораньше вернуться домой, потому что здесь я очень плохо чувствую. И, короче, нечего делать здесь. Андрей все равно сейчас занят, он у брата.
И, короче, поэтому я ничего не делаю, только выложила влог, даже не смотрела никакие видео. И сейчас вот иду. Фух, хочется лечь посмотреть фильм. Так что сегодня я буду смотреть фильм. И не знаю, короче, что делать, потому что уже очень-очень-очень скучно. И вроде бы хочется выйти на учебу, но и с тем же не хочется, потому что я понимаю, что я выйду на учебу, буду жаловаться из-за того, что я рано встаю. Так, я приехала уже на Троечную, вот сейчас иду домой. Я, короче, задумалась о том, пока ехала в 73-м, о том, что хочу пойти сдать на права, и реально хочется ездить на машине, и вот реально, даже за какой-то, за руль какого-нибудь Жигуля сесть, и просто лишь бы это была своя машина. Это, не знаю, мне безумно хочется водить машину, и я бы реально сидела за рулем любой какой-то, даже какого-то чайника, но чтобы это был мой чайник, и я могла в нем ехать. Короче, задумалась о том, что хочу ездить на машине. И... боже, как я испугалась собаки. Такой приятный район Троечина, что вечером, когда идешь, ты даже собаку пугаешься, которая лежит под КамАЗом. Ну, просто чувствуешь себя в безопасности. Не, на самом деле тут безопасно, вот. Все хорошо, я хожу, мне нравится. Ну, то есть, я и возвращалась и очень поздно, и очень-очень поздно. И все было замечательно. Ой. И много просто именно таких молодых людей. Все, наверное, я буду сейчас идти домой и уже дома буду снимать, потому что тут уже будет сейчас темно. Потому что я уже спускаюсь в частный сектор. Фух, кстати, я очень быстро доехала и успела, слава богу, на автобус. И чувствую уже чуть-чуть себя лучше. Так, все, я уже приехала домой. Короче, налила себе компотик. И взяла себе пирог яблочный. И буду лежать уже в кроватке, смотреть, наверное, какой-то фильм. Или Симпсона буду смотреть, посмотрим. Если у меня настроение появится на фильм, то буду фильм смотреть. Если нет, то буду смотреть Симпсоны. И я со своей самой любимой собакой буду, короче, лежать. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Был выбор. А сейчас слушайте внимательно. Я расскажу вам, в чем главный секрет жизни. Готовы? Вся наша жизнь – череда принятых решений. Мелких, незначительных решений, которые расчищают дорогу огромному комбайну, мчащемуся на всех парах, чтобы перепахать вашу жизнь. Проще говоря, каждое следующее решение ставит вас перед новым выбором. И иногда этот выбор меняет все. Каждая минута вашей дальнейшей жизни зависит от него. Именно такой выбор предстоит сделать мне.